провести небольшой интерактив, все-таки. Показать, что можно еще добавить много экстрима, мячиков. Сейчас я попрошу своего ученика лечь вот так. Называется конкурс мяча. Кто захочет? Сейчас мы покажем, что это можно делать в учениках, что это не страшно. Вы, наверное, видели, что на велосипедах перепрыгивают через людей. Торговый центр, когда всякие промо, открытия и так далее. Сейчас давайте спросим, страшно ему или нет? Не страшно? Нет. Нет, не страшно. Уже пробовали. Тебе не страшно? Точно? Нет. Нет, все так, готовы? Давайте отчет небольшой. От 10 до 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Конечно, да, я не знаю, я не знаю.